В округе идет активная работа по заявкам жителей сайта «Добродел». Степень готовности двух новых образовательных учреждений и парков в Малаховке проверили министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев и глава округа Владимир Ружицкий. Сеть тропинок, велодорожки, скамейки, зона Wi-Fi и система видеонаблюдения. Второй этап реновации территории возле Малаховского озера завершится в конце сентября. Это только часть обновлений, которые получат исторически значимое место Подмосковья в будущем. Просто надо парк создать парком. В том числе мы планируем посадку деревьев и осенью, и следующей весной. То есть и в перспективе будет третья зона этого парка, где мы соединим кольцом вокруг озера. Будет тропиночная сеть, где люди смогут и погулять, и на велосипедах, и просто отдохнуть. Помимо нового парка, жители Малаховки получат современную школу на 275 учеников. В просторных классах уже расставили мебель и оборудование. Почти готова пристройка к кадетской школе в Люберцах. Работы по благоустройству территории и внутренней отделке здания здесь вышли на финишную прямую. Те задачи, которые мы ставили к 1 сентябрю, они полностью все реализованы. Здесь можно только поблагодарить и администрацию, и заказчика, кто обеспечивал контроль за ходом строительства данных объектов. В течение недели застройщики получат разрешение на ввод в эксплуатацию. Обе школы откроются для учеников 1 сентября. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.